Итак, всем привет, ребзя. Сегодня у меня день просто начался огонь. Встал я примерно в часа 11. И первое дело, что я сделал, это залез на свою крышу. Сейчас. Первый раз я здесь. О, вот так. Вот моя крыша дома. Так, тут надо аккуратно провода обойти. Вот, смотрите. Тут лед, короче, вот на краю. Туда я лезть не буду. Тут, короче, куча проводов. Вот. Только чтобы не зацепиться, хотя бы даже за один. Ну как током ударил. Вот через такой вход я залез. Там еще один. И дальше еще один. На каждом этаже по одному ходит. Так, стой, дверь не закрывайся. Сейчас попробую показать обзор сверху. Мой дом. Да, блин, там люди. Не хочу палиться. Вот, блин. Вообще прикольно, что я сегодня кушал. А, покушал пельмени. Потом еще с другом сходил в магазин, купили мивинку. Не знаю зачем. О, блин. Первый раз на этой крыше. Я думал, будет сложнее залезть. Там просто надо было сделать выход и все. Потом покажу. Ну вот. Крыша моего дома. Кстати, я хотел еще отсюда, блин, прыгать. Снег. Прикольно. Я живу тоже. Я живу на пятом этаже. Вот там, не знаю, как показать, не видно. Не, наверное, не видно. Ладно, сейчас покажу, каким способом выбраться сюда. Ну, все довольно-таки просто. Шо? А? Да. Меня уже друг зовет. Ну, короче, вот такой у меня получился влог. Прикольная крыша. Ну, как прикольно, обычно. О, вон. Сейчас попробую споймать. Где это? На, елки. Ё-моё! Ща. А! Вон сзади две трубы. Они очень маленькие. Справа та черная, на которую я вылазил, а слева это ещё. Блин! Столько проводов. Вон мой двор. Вот такой он у нас. Два городка, вот там, где это он, вот тут железный у нас городок, а там дальше еще один дед. Ладно, я, короче, уже буду слазить, еще кто-то еще запалит. Сейчас покажу, как слезть отсюда, если смогу. Сейчас палку сделаю, короче. Сейчас. Ты что, идет? Хорошо, сейчас мой друг попробует залезть. Хотя у него ни хера не получится. А? Сейчас я нажму паузу. Вон. Сейчас. Вот в дырке, короче, смотрит мой друг. Сейчас он попробует вылезть. Я нажму на паузу, помогу ему, и мы продолжим мой влог. Так. Ну так, да. Помог я выбрать. Да, я разнимаю. Вот, короче, этот дебил. Я родился. Ты дебил, идиот! Ты сейчас полетишь, извините, нахер. Короче, этот залез, наконец-то. Да. Долго морозился, блин. Здрасте, кстати. Да, как тебя там зовут? Андрей. Васильевич. А фамилию говорить? Нет. Я волнуюсь просто. Прикольно, скажите. Ну да. Я дальше поеду. Я тихо поеду. Ну иди дальше. Он, короче, пошел дальше. А? Там дальше это на следующие подъезды просто выход. Когда, блин. Здесь под снегом тоже провода. Наверное, после этого. Чё? Под снегом тоже провода. Что за нахуй? Идиот. За бутылку спотыкнулся. Здесь после под... того, как. После того, как я слезу, наверное, пойдем с моим другом на какую-то заброшку. А, я сделаю зацепчик. Воу, здесь опасно. Провода. Смотрите. Сейчас покажу. А мы же забыли, вроде. Антенна.
Сейчас, короче, эту спиздим. Тебе дома прикреплю, у меня будет 1000 каналов. У меня только 75, так будет 1000. Да у меня только 17 каналов. Я этим так занимаюсь. Ну, блин. О, пенопласт. Бля, главное, ничего не повредилось. Да, блин, здесь столько проводов. Каждый провод за что-то отвечает. И под снегом тоже. Вот эти огромные кабеля, блин, меня стремают. А, еще ударит по него. Сейчас попробую зафиксировать. Вон синяя такая клетка, видите? Это наш городок. Еще школьники. Как бы странно он здесь не выглядел, это школьники наш городок. Попадают. Смотрите, еще что-то упало. А вот туда лучше не идти, к краю. Там лед. Ну да. Вот так у нас, у меня день начался. Первый раз на этой крыше, я думал, будет стрёмней. О! Провода. Фу! Так. Ю. Еще один провод. Перепрыгаем. Фу! А? Тихо. Не, не надо. Идем дальше. Там, короче, полно людей. Сейчас их покажу. Вот. Такие маленькие, как муравьи. Так, мы сейчас уже доходим до конца дома. Вот. Еще немножко. Андрей, нахера тебе эти сосульки? Защищайся. Займи одну. Защищайся. Сейчас будем биться. Возьми сосулька. Все. У меня уже ничего не осталось. Спорта! Фу! Фу, спорт! Давай, короче. Селфи-па! Все, охерел? Иди сейчас селфи-па! О, блин. Все, я его, короче, прибил. Палку даже не пожалел. Так. Сережа, поведи. Вот у нас садик. Здесь лед есть еще, аккуратно. Кто? Лед. Я знаю, вот. Бля, отсюда спит. На краю лед. Если встать, короче. И летишь вот так, I believe I can fly. И так дальше. Дом в гробу долетел. Вон соседний дом. Здесь куча соседних домов. Так, куча. Ладно. Давай уже, пошли, мне скучно. Давай еще напоследок. Ну давай. Да. Еще по сосульке. Ты готов? Поехали. Твою мать. О, я ранен. Поебал, да? Сука. Упал. А, ты что, дурак? Он дебил. Пенальти. Вырубил. Соря. Каждое видео меня мучает. Ладно, все, пошли уже домой. Ну как, давай, мы уже дома, на доме. Но мне уже скучно. Пойдем, наверное, уже сейчас ко мне домой. Побежим так, побудем. Поиграем, да, побежим. Тут, короче, провода, мы через них перепрыгаем. Ву-ху! Аккуратно, если все на провода. Блин, если зацепиться за один провод, я кому-то кабельное испорчу. Ну и себя, походу, что-то... Ладно. Да хрена проводов. Дебил, скажите. Фу. Видели, как я перепрыгнул? О! Фоточка с антенной на память. Все. Что ты будешь делать? Идиот. Сосульки сбиваешь. Что они ему сделали? О! Сейчас вам покажу дорогу, где ходят куча людей. Давайте я засуну. Тихо. Не надо. Все, я буду на этом заканчивать свой влог. Было весело, полазили по крыше. Первый раз здесь, мне понравилось. Тут еще дым выходит. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Напишите какой-то комментарий, что вы думаете. У меня все. Всем пока.